Виталия Мигунова, космонавт. День весенний, день апрельский, много лет тому назад, часть в космосе ракета, завораживающий взгляд. Новость слышала планета. Русский парень полетел, и героем, космонавтом каждый мальчик стать хотел. Только первым быть непросто, очень сложно первым стать. Надо вырасти достойно, все уметь и много знать. Но когда-нибудь ты тоже можешь к звездам полететь. Ты, дружок, всего добьешься, надо только захотеть.